Чему Сергий в основном-то учил? Родился – молодец. Женился – молодец. Выиграл войну – молодец. Посеял хлеб – молодец. Умеешь любить жену – молодец. Умеешь радоваться – молодец. Родил ребенка – молодец. И так далее. Ты при жизни живи и радуйся тому, что сейчас происходит. Да, потом будет страшный суд, или не страшный, просто суд. И там будет, да, там будет вторая жизнь, там будет это, ты ответишь за какие-то поступки и так далее. А есть другая психология. Ты при жизни живи, неважно, как ты к страшному суду готов. Ты родился, ты уже грешник. Понимаете? Вот, это другая психология совсем. Не зря все говорят, что после великого раскола у нас потом появилось крепостное право очень быстро. Просто это очень сложный разговор, это не за 60 секунд говорить.